Более 68% многоквартирных домов и порядка 95% социальных объектов уже подключили к теплоснабжению. Официально отопительный сезон стартовал в Самаре 25 сентября, но за неделю отопление начали подавать в больницы, дома ребенка, школы, детские сады и организации, где люди пребывают большую часть времени. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включать отопление на объектах соцсферы, не дожидаясь плюс 8 градусов в течение 5 дней. Стоит отметить, что процесс пуска тепла не одномоментный. Если мы говорим сейчас о процентах, то потом будем говорить о квартирах, и люди будут звонить, отрабатывать совместно. ПТС, значит, будем ПТС. Будет управляющая компания, значит, управляющая компания. Но тепло подавать. На еженедельном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Владимир Василенко в очередной раз напомнил специалистам профильных департаментов и ведомств о необходимости оперативной обработки обращений граждан. Контроль за пуском тепла должен осуществляться адресно, чтобы все многоквартирные дома и объекты соцсферы были обеспечены комфортной температурой и горячими батареями в срок. Несмотря на то, что в Самаре до сих пор стоит комфортная погода и среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже 8 градусов, работа по пуску тепла должна быть не просто поэтапной, а заблаговременной, отметил первый заместитель. Заместитель главы города Владимир Василенко. Все работы остаются на непрерывном контроле мэрии и ресурсоснабжающих организаций. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.